Около 200 тысяч добровольцев выразили желание работать на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Оргкомитету состязаний предстоит принять непростое решение – отобрать 25 тысяч лучших, тех, кто поедет на Олимпиаду. Массовое обучение волонтеров начнется по всей России уже 11 марта. Репортаж Дмитрия Хрусталева. Оргкомитет рассчитывал получить примерно 100 тысяч заявок, однако желающих оказалось гораздо больше. Сегодня отправиться в Сочи готовы 200 тысяч волонтеров. Шалва Цурцуми, что такое волонтерство, знает не понаслышке. Помимо активной учебы, Шалва – будущий хирург-кардиолог и занятий любимым карате. Вместе с единомышленниками он вот уже 4 года регулярно посещает детские клиники и детские дома. Помогает ребятам как может. Накопленный опыт, надеется, пригодится ему и в Сочи. Очень надеюсь попасть туда. И особенно после Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, куда мне посчастливилось попасть вместе с «Золотой сотней» из России. Я весь в предвкушении предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Оргкомитет Сочи изначально продвигал идею олимпийского волонтерства во всех уголках страны. Поэтому базы по привлечению добровольцев разместили сразу в 17 городах России. Я прошла отбор среди всех желающих из нашего университета. И мы в количестве 6 человек отправились в октябре прошлого года в Сочи для прохождения интервью, для прохождения обучения. Участие в программе по набору волонтеров приняли иностранцы. Заявки от них пришли из более чем 100 стран. Наибольшую активность ожидаемо проявила молодежь в возрасте от 17 до 22 лет. Однако было немало кандидатов и старшего возраста. Елена, мать двух детей, профессиональный педагог с многолетним стажем, 2 года назад возглавила в родной Архангельской области Министерство по делам молодежи, туризма и спорта. Теперь мечтает отправиться в Сочи волонтером. Хочется не просто поболеть за наших ребят, а внести свой вклад, пусть небольшой, но в организацию большого события, в победу нашей сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. Несколько тысяч кандидатов-волонтеры уже сегодня проходят практику на олимпийских объектах. Планируется задействовать 25 тысяч волонтеров в самых различных областях. От встреч делегаций в аэропорту до помощи в организации церемонии закрытия. Оргкомитет теперь должен выбрать из 200 тысяч кандидатов лучших. Обучение волонтеров стартует по всей России уже 11 марта. Дмитрий Хрусталев, Андрей Стифоров, Станислав Еловский, Татьяна Степовая, Николай Долгачев и Андрей Колесников. Вести.